Сегодня 26 мая, и в Германии, как всегда, праздник. Что значит «как всегда»? Ну, я говорила, что здесь много праздников, и они чаще всего религиозного характера. Вот сегодня праздник Вознесения Христа. Вот мы тут стоим недалеко от церкви, на берегу Изера. И можно посмотреть, как отмечают праздник немцы, мюнхенцы. На самом деле, да, музыка, да, вон, что-то там на барабанах. Это вот они любят это дело, да. Это не он не деньги зарабатывает, это он для себя, для удовольствия. Вот. Вообще сегодня еще это называется фататак, то есть день пап. И в этот день считается, что папы могут себе позволить расслабиться, попить пивка, собраться к компании. Ну, так это и происходит, в принципе. Так это и бывает. Я уже рассказывала про этот праздник, даже стихи написала. Вот, поэтому добавить мне нечего к тому. Он традиционный и повторяется. Всегда одинаково все. Едут вот они на лошадях, в тележке, в повозке, пьют пиво по улицам. Вот так это выглядит. И вот где-то на берегу сидят, собираются тоже делать шашлыки, погрелить и попить пиво. Вот так праздник проходит. А у нас традиционно праздник проходит, если у мужа выходной день, то мы на великах катаемся. Вот, вот такой праздник. Погода хорошая сегодня в Мюнхене. А здесь вот написано, нельзя грилить, и открытый огонь запрещен. Вот, они подальше будут, там, возле зоопарка. Всем привет из Мюнхена!